Добрый вечер. Среда на часах 20:00, а это значит, что вы смотрите прямой эфир на Химкинском телевидении. Тема нашей сегодняшней программы – развитие строительного комплекса, генеральный план округа. Поэтому мы пригласили начальника управления строительства городского округа Химки Евгения Леонова. Скажите, а каким образом жители могут внести свои предложения в генеральный план округа? Они не могут. Они должны. Это же наш округ, нам тут жить. Поэтому чем больше будет предложений, тем лучше. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать, написав письмо в администрацию, раз. Это можно, направив предложение на сайт, два. Это можно, передав свои предложения в территориальное управление, три. А в целом 16 мая состоятся публичные слушания по генеральному плану везде, сразу по всему городскому округу. Мы всех приглашаем, просьба туда приходить, высказывать свои пожелания. Генеральный план социально ориентированный. Все, что было возможно, на наш взгляд, ненужного, мы как администрация постарались убрать. Если вы что-то еще видите, приходите, будем обсуждать, рассматривать и будем вносить изменения в тот даже проект, который есть. Угу. Еще раз повторите, когда и где состоятся публичные слушания? Где они будут? По всему городу. Поэтому лучше каждому по своей территории обратиться. То есть в каждом микрорайоне? В каждом микрорайоне свое, да. Ну, как правило, это все места будут совпадать с традиционными избирательными участками для удобства жителей. Евгений Борисович, спасибо вам большое за участие в программе. Время нашей передачи подошло к концу. Вам спасибо, обращайтесь. А телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был начальник управления строительства городского округа Химки Евгений Леонов. И хочу вас заверить, что все данные дозвонившихся мы передадим сразу после нашей программы Евгению Борисовичу лично в руки. Спасибо вам большое и берегите себя. До свидания.